опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не тучи, а облако. И хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Следим, распогодится теперь, запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, как плачет смеется, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как дуб, та стюардесса, не садесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю.